И как вы видите, на столе у меня непонятная жижа коричневого желтого цвета. Попробовать все-таки растворить нашего клавиатурного лизуна в спирте и в уксусе. Рекомендую канал MyCrissyChannel. Если интересна тема радиоуправляемых моделей, самолетов, квадрокоптеров, автомобилей и катеров, тебе точно сюда. Автор уже несколько лет увлечен этой тематикой. На канале целая коллекция радиоуправляемых моделей. Можно выбрать видео на любой вкус, получить консультацию или просто наслаждаться просмотрами. Переходи по ссылке в описании и подпишись. Всем привет, с вами Тимон, и вы на канале веселых распаковок товаров из Китая, где кроме крутых и веселых посылок, у нас еще проходят крутые розыгрыши в каждом видео для моих подписчиков. Хитрый, как всегда, пролетает, так нужен положительный комментарий. Все условия в конце видео. Ребята, призы крутые, не упускайте свой шанс. И как вы видите, на столе у меня непонятная жижа коричневого желтого цвета. Ровно 10 дней назад, 7 апреля, а это видео снимаю 17-го, я проводил безбашенный эксперимент, где пытался выяснить, что будет, если жидкий лизун и клавиатурный смешать с кока-колой. Вот это видео я оставлю ссылочку, тут кто смотрит с ПК и тут кто смотрит с телефона, планшета. Перейдите и посмотрите, в этом видео было начало и много интересного мы выяснили. Кстати, видео очень популярное, 400 тысяч просмотров набрало, 6 тысяч лайков. Очень оно вам понравилось, многие каналы начали повторять этот эксперимент. Мне приятно и лестно, что и вдохновляет других ютуберов. Если кратко, клавиатурный лизун не поддался кока-коле, и я оставил его мокнуть на 10 дней. И спросил у вас в комментарии, показать ли вам предложение, хотите финал или нет. Много людей хэштегнули за продолжение, и вот результат 10 дней лизуна, погруженного в кока-колу. В первые дни я еще там снимал, как он реагирует на кока-колу, вынимал его, там наблюдал за ним. Но потом я забыл про него на 6 дней и вспомнил только сегодня, когда увидел, что в него нападали листья с моего цветка на окне. Когда я полез вынимать мусор, я был реально удивлен, так как выяснилось, что лизун выпил много кока-колы, он растекся по всей чашке, в каждый ее уголочек. И можно сказать, что это теперь не клавиатурный лизун, а лизун из кока-колы, типа кока-коловый лизун. Он пока жидковатый и липкий, но при этом приятно пахнет жвачкой из кока-колы и имеет такие прикольные желтые пузырьки. Смотрите, какие прикольные. А на дне остался такой осадок из лизуна, это типа его берлога, из которой он хлещет кока-колу, когда хочет кушать. Короче, я буду продолжать за ним наблюдать, мне хочется выяснить, что с ним станется, когда он выпьет всю кока-колу. Кстати, принимаю ставки в комментарии, как вы думаете, он выпьет всю кока-колу или наоборот, со временем его сожрет кока-кола? Напишите в комментариях ваше мнение. И чтобы видео не было незаконченным и коротким, я решил еще немного поэкспериментировать и попробовать все-таки растворить нашего клавиатурного лизуна в спирте и в уксусе. Вот наш лизунчик, погнали распаковывать. Так, вот этот лизун, любитель кока-колы. Я его понимаю, кока-кола вкусная, хоть и вредная. Интересно, но как он будет реагировать на медицинский спирт? Медики его пьют, и им хоть бы что. Смотрите, вот я купил медицинский спирт 96%. Открываем. Это жесть, реально. Как его пьют? Это какой желудок нужно иметь? Смотрите, я налью его в ложку и подожгу. Он горит. Это спирт, ребята, отличного качества. Давайте выльем его в банку и поделим нашего лизуна на две части. И в одну банку кинем лизуна в спирт. А во вторую нальем уксус. Я уже проводил с этим уксусом опыты, и там фокус был с медузой. Очень прикольно получилось. Вот вам, кстати, ссылочка, гляньте это видео. И теперь у меня остался этот уксус. Давайте я вылью его во вторую банку и опускаем туда лизуна. Этот уксус, ребята, 9% уксусной кислоты. Если его выпить, можно печь слизистую горла и желудка. Ни в коем случае не пейте уксус. И просто мне будет интересно, что станет с нашим лизуном. Теперь я это все перемешаю и подожду немного.
какой вывод мы сделаем из этого эксперимента? Лизун не только любитель кока-колы, он еще и алкоголик, пьет спирт чистый и хоть бы хны, а кислота, она и в Африке кислота, съест все, что в нее попадет, так что, ребята, уксус это не игрушки, пишем комментарии, спирт и кола сожрут все-таки Лизуна или нет? Экспериментом я остался доволен, Лизун продолжает лежать в кока-коле и спирту тоже, я позже вас обязательно проинформирую, что с ними будет, а теперь условия конкурса. В каждом видео разыграю один CSGO, купленный в Steam или лицензия премиум аккаунта Майнкрафта. Если не нужен CS, чтобы получить игрухи, подпишись на канал, поставь лайк этому видео, напиши положительный комментарий. И итоги подведем в нашей группе ВКонтакте, когда на видео наберется 2000 лайков. А на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставь лайк за новые безбашенные эксперименты. Не жадничай. Поделись с друзьями этим видео, им будет интересно. И подписывайся на канал, если еще не подписался. Тут много всего интересного. И на группу тоже, ведь только в ней результаты конкурсов. И всем удачи, пока-пока.